спрашивает на студии. И, собственно, он это закончил в эту пятницу. Весь этот процесс мы записали новый альбом. Правда, рабочих названий два. Это будет либо «Зодчи», который, ну, это фактически электрическая версия «Зодчего», либо он будет называться «Тайга». Потому что туда вошло еще несколько песен, которые в «Зодчем» не звучали. И, собственно, презентацию мы планируем в декабре, если все получится. Ну и, конечно, если у нас все срастется с финансированием сведения этого альбома. И будем вас радовать электрическими концертами уже зимой. А так, пока вот выступаю в акустике, будет 24-го в археологии, акустический состав полный. Ну а пока я для вас попою песню.